Привет зрителям канала. Пришел у нас новенький перфоратор Proton 900 ваттный. Не включается заря. Ну, думаю, ну что тут, кабель еще рано. Ну, скорее всего, кнопка. Ну, кнопка оказалась, все рабочая. Траверсы рабочие. Ну, короче, проверил. На выходе кнопки есть напряжение. На щетках даже есть напряжение. Ну, то есть и статор проверил, все прозванивается у нас. Так в чем же дело? Почему так же? Почему он не запускается? И что? Короче, разобрал я этот протончик. Сейчас, секунду. И оказывается, смотрите, какой, а ну-ка сфокусируйся, протон, о, этот якорь поколоченный, смотрите. Вся обмотка поколочена. Ну, такое впечатление, как подшипник, ну, рассыпался. Подшипник вообще в идеале. И выпадает из этого черного ящика вот такая деталюшка. Я думал, пластик, но смотрите, он примагничивается. Это какой-то магнит. Странно. Я думал, что это часть корпуса. Но оказалось, это магнит. А ну-ка, стоп, ребята. Похоже на ферритовое кольцо. Ну, да, вот здесь было точно. Почему оно рассыпалось? Ага, вот. Раскрыта тайна. А где еще часть тогда? Ага, интересно. Короче, вот здесь ферритовое кольцо, и на него намотана вот эта обмотка. Несколько витков. Ну, типа дросселя, не знаю даже назначение его, честно. И, короче, лопнул и поколотил якорь. Вот такая печалька бывает. Ну и владелец, да и я сам порекомендовал, что не стоит этот протон низ рынка ремонтировать. Вот такой, он еще не видел работы, а уже увален. А, да, стойте, да. Вы скажете, ну внешне вроде бы и нормально, ну что, провода не торчат. Берем тестер. Сейчас мы завершим эту лабораторную работу. Оп, ставим на прозвоночку и давайте прозванивать обмотки. Оп. А здесь нету. Здесь есть. Здесь нету. Есть. 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 Тоже. А вот здесь нету. Есть. Здесь нету. Ну, вот вам и причина, почему он не запускается. Обрыв обмоток якоря. И такое бывает. Кому был интересен такой, даже не ремонт, а поиск неисправности, почему он не включался, то поставьте лайкос. Всем пока-пока. Да, и по назначению этого ферритового кольца, это, скорее всего, сетевой фильтр, потому что здесь помехоподавляющего желтого конденсатора нет. И, значит, применяют вот такой ферритовый дросселек. А то скажут зрители, необизнанный мастер, я ремонтую. И кто-нибудь даже не знает назначения деталей. Так что теперь полноценный обзор ремонта получился.